Привет, мои роднули, привет, мои золотульки. Сейчас иду, хочу занавес купить вот сюда, как у Адамчика, который мы купили. И сделала я, у нас называется, ну как уха, да, из мариско суп. У меня есть на канале, я готовлю. Туда вот подогреваешь вермишель. И все. Вы меня спрашиваете, а вы Адаму даете? Дали чудушки? Девчат, опять чудушки. Девчата, неужели вы думаете, я дам каким-то моим подругам, каким-то нет, моим подругам, а вот моему сыну нет. Так я не поем и сыну не дать? Вы что? Я говорю сыну, это не значит, что только ему. Как я могу ему... Ой, девчата, даже иногда не знаю, как мне выражаться, да? Как я устала уже вот от таких тупых людей, которые мне одна сегодня написала. Всегда хвастаешься, что ты много даешь, что ты это... Слушай, иди ты в баню. Ну как, девчата, вот сейчас я возьму тарелку супа. Я не крахобор, вы поняли, да? Я не могу вот так. Как я могу сейчас взять тарелку супа моему сыну? А что, там дедушки нету? Там щедрого нету? Как бы, чтобы не было, девчата, он все равно отец моего. Так, надо чуть-чуть жидкость тоже, потому что если нет, туда же еще вермишель. Вот такой насыщенный суп, девчата. Вот вообще масла нету, просто очень много. Он очень любит этот суп. Вот, девчата, на один раз сесть. Поесть им всем троим есть, девчат. Так что вот так. Ну что, как я могу поесть, и вот зная, что мой сын этот суп очень любит, и вот моему сыну не дать. Так, у меня в глотку не влезет. Ребята, понимаете это? Ну так, сейчас пойду. Хочу кое-что купить. Этот. Так, сейчас. Вот так закрою. Мне кажется, вот так плотно. Он горячий еще. Вот так закрою. И вот, вот такой контейнер, девчата. Здесь же все показывать надо. Сейчас скажут, как мало. Сколько литров контейнера? 3,25. Но вот здесь вот 3 литра 25. А вот здесь вот от контейнера вот сколько осталось? Еще 5-6 полоников и 3 литра будет. Понимаете, чересчур тоже не хочу. Вот. Вот отнесу моему сыночку. Так, сейчас пакетик поставлю. Сейчас пакетик. Я ему сказала, сынок, ты будешь дома, он мне говорит, нет, не буду. Я говорю, хоть тебя не будет, я понесу. Дам дедушке. Потом он такой, хорошо, мы поужинаем. Чуть-чуть вермишельки, девчата, и вот будет ужин. Понимаете? А вы же знаете, что взрослые люди жидкое очень хорошо едят. А кто им такое приготовит? Да, конечно, никто, девчат. Вот поэтому я изготовила, потому что это мой сын. Я всегда готовлю в доме то, что мои дети любят, то, что моя семья любит. Вы понимаете, вот как вот вы готовите, наверное, каждый шедевры каждый раз. Я не готовлю шедевры. Шедевры это для шедевров. Ха, я простая. Девчонка, понимаете, простая девчонка. Как-то вот интересно получается, а? Вот интересно получается, какая я нехорошая, что я только на ютубе о себе не узнала. Сколько новостей, а мне плевать. Пишите, что хотите, для этого у меня есть пальчик, чтобы удалить. Понимаете, я не оставляю. Но одна, конечно, сегодня меня достаточно разочаровала. Но я не буду мусолить уже эту тему, не хочу. Понимаете? Просто одно хочу сказать. Так, моя дочка мне сказала, ты всем рассказала, что ты на меня обиделась? А значит, что вот она вот так поступила, меня обманула, нас всех обманула, рассказать не хочешь, да? Расскажи, пускай знает, почему я так тебе ответила. Это она мне сказала. Если бы она мне так не сказала, кто понял, тот понял. Не буду. И одна мне перед детьми, так моя мать передо мной говорила что угодно. Это же не значит, что я должна была врать, добавлять и пересказывать, а, кому-то. Так могла же бы сказать правду, то, что я сказала. Зачем соврала?
Потому что там о нижнем белье вообще разговора не было, о купании вообще разговора не было. Я просто сказала, что я не хочу, чтобы моя дочка на автобусе ездила. И это достаточно далеко от остановки до ее школы, очень далеко. Почему я буду переживать, сидеть, дошла ли она, не дошла, когда? Для этого у меня машина есть. А что дороже своего ребенка бывает, а, ребята? Нету, это не те времена, ребята, когда можно было, знаете, хотя и в те времена тоже были плохие вещи. Мама, скорей, ты берешь свою собачку, да? Кому-то мой смех раздражает, кому-то мой смех нравится. Девчата, я такая, какая я есть, вот такая, какая есть. Кто меня принимает, низкий поклон. Кто меня не понимает, не поддерживает, не хочет, тоже низкий поклон. Не обязан никто. Садись, доча. Но ты можешь его забрать, пускай в машине сидит. Мы же долго не будем. Смотри, он же хочет. О, как он прыгнул. Понимаете? Кто-то говорит, ой, там мне написали, поигрались и бросили. Забирай себе. От души я относилась. От всей души ни в чем ей отказа не было. Вот то, что она у меня когда дома была, вот если моему ребенку одно мороженое покупала, так я ей два покупала. Потому что знала, что для нее одно мало. Кто понял, тот понял. Никогда не было такого, чтобы я сказала, ой, там это, кто живет, кто был вообще хоть один раз в жизни в Дагестане, он знает, о чем я говорю. У нас такого нету. Мы никогда за такие вещи разговор даже не ведем. Для нас соседские дети свои дети, как родные бывают. Понимаете или нет? Вот это не вранье, вот это как есть. Кто жил в Дагестане, вот кто вот живет в Дагестане, вот пускай скажет. Я правду говорю или нет? У нас такого нету, чтобы кто-то пришел, что-то спрятал. Наоборот, мы сами от себя можем убрать, сказать нет. А вдруг кто-то придет, вот им вытащим. У нас самое хорошее для гостей ставится. Понимаете? А тут мне пишут, хвастаешься, что ты там чудушки раздаешь. Так тут уже похвастайся. Я тебе что, мешаю, что ли? Ага, девчат, я в шоке. Кто-то говорит, не могу, уши болят от твоего смеха. Так вообще можешь не заходить, дорогая. В чем проблема? Радость моя. Мне муж говорит, ты деньги несешь, есть у тебя? Я говорю, нет. Он говорит, ну ты с дома деньги взяла? Я говорю, нет. А что ты с собой взяла? Я говорю, телефон! И кушать, а домой все. А что мне еще надо, девчат? Ой, самое главное, что я несу кушать ребенка. Кухай ты я? Я кухай. А. Он говорит, включи. Ну, на асфальте, но тарда сета. Он говорит, хочешь открыть стекло? Я говорю, ой. Можно же дверь открыть. А здесь дверь откроешь, девчата, мухи на тебя нападают. Ну так, сейчас пойду к дедушке, девчата. Вам же нравится, сейчас сниму дедушку. Так что смотрим до конца, ставим лайк, поддерживаем, делаем репосты. И сейчас посмотрите, как дедушка будет радоваться. Может, щедрый тоже будет. Если щедрый будет, лицо щедрого не буду снимать. На всякий случай, вдруг сглазите. Ой... Так что вот так. Девчат, не знаю, вчера была вроде бы худая, а сегодня обратно поправилась. Что такое? Что-то... Что такое? А? Не знаю. Ой, сейчас повешу эту пиндюрку. Я с собой ее взяла. Может, вот так, как индианка? Сюда повесить? Да нет, это шутка, девочки. Так, я его на зеркало сейчас повешу. Вот смотрите, как я его сюда повесила. Девчата, никак руки не доходят, мне машину надо снутри хоть помыть. Вот как хорошо, правда? Я уже спотела, девчата, вот сколько там моего мужа нету, кошмар, невозможно. В машине вот так, вот не дай бог, вот так оставишь ребенка, да, в машине, или даже собаку, да, в машине вот так оставишь, нельзя, надо этот... с собой брать. Сильно быстро греется. Ой, я уже вся... Я только... Вот я с ванной вышла, девчата. Вот честно, сегодня утром купалась, в обед купалась. И сейчас голову, конечно, не мыла, только утром мыла. А этот...
Девочки, мы деньги не находим. Я говорю, там, где у нас эта конфетница есть, там внутри. Он мне говорит, там нету, я смотрел. Я говорю, как нету, там есть, нету. Я смотрел. Я говорю, как нету, Эстеван, там же кошелек, там же деньги. А, в кошельке внутри? Я говорю, ну да. Он такой, а ты же не сказал, что, ой, какой. Ну, мужикам все надо говорить, девчата. Я же ему не говорю, где мои арбузы, как он быстро их находит, а? Хоть они в чехле, хоть они в чем, он быстро их находит. Я ни разу ему не говорила, где у меня что. Он сразу это все нашел. А? А тут, оказывается, надо было карту дать, поняли? Вот туда идешь, вот так идешь, там денежка лежит. Кошмар, девчонки. Эти мужчины кошмар. Я же говорю, это вообще охренеть. Да, это Вольса. Зайка, смотри, твою сумку. С твоим пакетом постоянно ходим. Всегда у меня твой пакет. Понтуюсь. Хайтана, ты даже не поздоровалась. Тебя же видно. Поздоровайся, доча. Привет, говорит. Ладно, девчата, едем? Давайте. Я вам потом, если найду эти занавески, я вам покажу. Я так хочу эти занавеси. Девчата, короче, занавески нашли. Но что-то заболела, да, доча? Замерзла она. Голову помыла, села вперед, кондиционер. Я не знала. Ты не знала? А, ты не умела выключить? Ага, ага. Вот я тебе когда говорю, высуши хорошо волосы, ты не сушишь. Но это ресендуча, и сапоть то пора, и я туда айрику нече надо. Короче, купила я занавески, девчата, по 14 евро. Купила я пару полотенц для лица, для Кайтаны. Вот дурочка. Tenías que tener dedo. Купила я полотенце. Я что знала? Хорошо. Я что знала? Нет, я не знала. Вот так. Я купила пару полотенц для нее, для бани, чтобы отдельно у нее было хорошие такие полотенца, такие мягкие, все. Потому что хочу, чтобы у нее было отдельное полотенце. Я ей покупаю, девчата, потом она их Томасика, короче, бах. Мое солнышко. Вот, сейчас поедем к Адамчику, девчата. Ну, Адамчика, наверное, дома нету сейчас. Сейчас такое время как раз для тех, у которых ноги болят, вот как раз время прям гулять. Хотя он, наверное, у своей девушки, да, он там не гуляет, он мне фотографии отправлял, как он лежит на диване, как король, девочки, за ними, видать, она единственная девочка. За ним, видать, там смотрят, как за королем. Я не вмешиваюсь. Я так рада, девочки. Пускай встречается, пускай что хочет делать. Девочка, видать, хорошая. Там за нее поузнавал, Эстеван сказал мне. Наталья, она, ну, она неплохая девочка. Че смеешься? Она Томасика. Она неплохая девочка, мне сказал Эстеван. Этот. Они уже, ну сколько... Ей 18 лет, девочки, они уже 2 года как встречаются, так что 3 года нету, 2,5 года. Нет. Да. Мне говорили 3. 3 тебе сказала, а мне сказала 2,5, ну 3 года пускай встречаются, да. И это ее первая любовь, его первая любовь. Первая девушка Адамчика и первый мальчик для нее, ну первые отношения, да. Надеюсь, девчата, пускай. Самое главное, если он ее любит, девочки. Я вот, честное слово, вот вы посмотрите. На Кайтаночка не знаю, буду вмешиваться, нет. Буду стараться, что нет, конечно. Но вмешиваться, это... ты не знаешь, что такое вмешиваться? Нет. Это... Кохер партидо, интувида. Tener partido en tu vida, ayudarte, darte consejo cuando te casas, cuando ты не с мною. С Кайтаночкой не знаю, но я же боюсь за нее, девочки. А за Адамчика почему что? Почему боюсь? Потому что ты у меня вот такая нежная, Кайтаночка, понимаешь? Ты такая солнышко. Ты у меня хорошая, умница такая. Ты у меня чистюля. Полочки так у тебя чистенькая. Я сегодня, ты спала, я видела.
открыла полочки, у тебя там все так чистенько, все так аккуратненько. Она у меня умница, девочки. Я посмотрела. Почему? Только это посмотрела, где твой токадор. И все. Почему ты смотрела? Проверка. Ты что ж смотришь мои полки? Нет. Ай-хай-хай-хай! Ой, не смотри, девочки. Все знает. У Гайдана спрашивают, где это, где то. Вот если бы мы еще резиночки бы собирали все. Обещает, что будет собирать. Посмотрим. А то я везде ее резиночки нахожу. Я говорю, это не моя. Она говорит, твои. Я говорю, я не могу одевать резиночки. Она мне берет сюда одевать резиночку. Почему не можешь? Еще как можешь. Asiento tiene cuando se siente una persona que sí. Tiene que poner el este. Sí. Y él se mueve sí. Y le pide cinturón. Y luego se mueve para otro lado y quita peso y la luz hace, ya no quiero cinturón. Томасик впереди сидит и sí, начинает машина пип-пип. Мол, пристегнись за Томасика, представляете? Какой он красивый, девочки. Вот смотри, ну хорошие девчата. Какой он красивый. Кайтаночка, это твой сыночек, да? Твой, ну, твой сыночек. Может, это твоя дочка? Нет. Это мальчик, да? Мальчик. Мальчик. Томасик. Томасик. Ай, какой довольный. Вы видите? Да. Едем к моему сыночку. Сейчас супчик.
Доброй ночи, говорит. Что вы, говорит, по мне не скучайте, девчонки, у меня микрофон опять подвел, опять без зарядки остался. Я не знаю, что он так. Хотя могла бы я его тоже заранее зарядить, да, до этого не зарядила. Сейчас, надеюсь, но у меня задние, когда вот так записываю, девчата, еще ничего слышимость. Но когда записываю передней камерой, нет, не получается. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿No han dicho que hay aquí un señor que pide a Vito compañía? Digo, para allá. Estoy siempre solo. Всегда я один. Мне, говорит, сказали... Мне, говорит, сказали, что кто-то, говорит, очень хочет компанию. Он говорит, я всегда... Томас, vamos. A traer sopa de marisco. ¿Pauté? Espera, espera, ponla así que derecha. ¿Sí? ¿Está caliente? Está calientito ahora. Pon la mano debajo. Le echa un poco de fideo. Hay que comérselo rápido. Cuando quiera. Sí. ¿Tú has cenado? No. Claro. Le echa unos fideos. Ahora yo la preparo, ¿quiere? No, si están aquí ya, esto, todo. ¿Adam también? Está tocando la arriba. ¿Y Adam? Adam no. Bueno, Adam está... ¿Con quién está Adam hoy? No me acuerdo. Pues ahora, estará por ahí. Ahora yo la preparo. Сейчас, говорю, я вот тебе приготовлю. Девочки, темно, подождите. Я сама ни хрена не вижу. Подождите, сейчас я приготовлю, дедушки. Щедрый дома, девочки, купается. Наверху. Так. Так, я хотела вот такие занавески себе. Не было таких занавесок, девчат. Так. Они тоже, видать, какой-то пачковый суп у них тут был. Сейчас. Она, морка. Поможешь, тетя? Открой-ка с эти полочки. Она, нет. Вот видите, я же вам сказала в тот день, я оставила это все. Что я вам сказала? Что я вам сказала? Вот приду, вот так и будет. Сколько меня здесь нету? Зато смотрите, как они себя любят, а? Видите, да? Видать, готовил Адамчик. Это купил. Это не очень вкусно, это в Меркадоне. Мне не нравится. Кайдан, а чего ты так всего боишься? Чего ты боишься? Открыть полку боишься? О, и что с тобой случится, если ты вот эту полку откроешь? А? Это что? Это что? Это мусор, что ли? А, нет, это они купили какую-то херню, девчата. Так. Что? Да, потом. Так. Сейчас я вытащу кастрюлечку маленькую, а ну посмотрим. Так. Ой, что-то я ее не очень, девочки. А крышки где от этих кастрюль? Крышек нету, что ли? Ой, батюшки. Сейчас, подождите минутку. Не могу, девочки, найти нормальную кастрюлю. Помою вот эту. От души помою. И я не знаю, куда она мне положила. А я и не помню, были ли у них кастрюли. У меня дома столько их. Если они хотят, я могу принести. Эти ж такие страшные. Я могу принести что-то. Так, сейчас я сперва. Вот так, помою. Так, не могу. Не помыть и изготовить тоже не могу. Изготовить что там, девчата? Только подогреть. И сейчас этот как раз горяченькое такое. Эта крышка какая-то масляная, мне кажется. Я же очень такая насчет таких вещей. Понимаете? Горячей водой хорошо все смывается. Я посмотрела в посудомойке. Я не поняла, где у них крышки от всех кастрюль. Я не думаю, что Адам выкинул. Итак. Дедушка такой говорит. Подожди, доча, подожди. Я помните, да, вот эти стаканы? Я вот помыла, вот так оставила, вот так они и стоят, девчата. Я вообще удивляюсь, тут кто-то живет. Тоже, наверное, проходит, бегает, наверное, туда-сюда, туда-сюда. Я не знаю, как он и заканчивается. Вот так бегает. Я вообще не понимаю.
Сейчас я ему быстренько сделаю кушать. Хорошо, что... Я говорю, вы ужинали? Нет, говорит. Я говорю, значит, я вовремя. Эта жидкость дебильная. Так быстро отходит. Ой, там... Там щедро купается, а я здесь воду трачу. Наверное, ему это... Или он уже искупался. Только я. А? Только я сейчас отвечаю. Наверное. Все такое масляное. Сколько они масла льют, я не знаю. Что все такое масляное? Ой, как из сковородки. Сказать им надо, чтобы они поменяли чуть-чуть. Они же не такие уж и дорогие. Купили вот сковородки хорошие. Не хорошие, а обычные для человека. Лишь бы были, да? Я не знаю, почему сюда не ставят сразу этот посудомойку, не ставят одежду, посудомоечная машина. Не могу понять, девчат. Я же говорю, посмотрите, как сразу уходит, не пенится даже. Вот, купишь Ариэль, этот, Файри, оно самое хорошее, девчата. Тут, по крайней мере, там у нас, не знаю, в Дагестане или там в России, другая фирма или как, не знаю, девочки, хорошая какая, не знаю. Но тут Файри, девчата. Эти тарелки хорошие, они такие легкие, не тяжелые. Некоторые посуду моют перчатками. Молодцы, кто умеет. Не могу, пока вот мне вот так не сделается, я вот не знаю, не умею. Не умею, ребята, вот честно я вам говорю. Щедрый не ужинает, щедрый у нас в кафешке кушает, девчата. Ужинает в кафе. Кушает, ужинает, все в кафе, девчата. Понимаете? Вот так. Сколько раз прихожу, тряпки им покупаю, приношу, прихожу, тряпок нету, девочки. Кухонных, вот эти, вежи, которые вытирают, нету, девочки. Не знаю, почему нету. Скоро приду, принесу еще. Ну ладно, так, идемте. У меня кофта упала. Идемте сейчас. Вот налью этот ему супчик. Девчонки, вот микрофон, а? Вот микрофон меня подвел, а? Я ему, конечно, все не буду. Только для его, я не знаю, для Арамчика делать, не делать. Ну, наверное, только для отца сделаю, и все. Так, девочки, здесь у них это драить надо, потому что прилипшая такая. Подождите. Они могут. Куда не пойду драить, приходится, девчата, а что делать? Он же взрослый мужчина. А мне одно удовольствие это дает. Для таких. Мне для дедушки нет, девчата, не жалко. Я для деда не жалко. Понимаете, мое время, это все мне не жаль. Так, газ включаю. Я уже не помню, как этот газ шел. Так, это вроде бы нет. Это вроде бы тоже нет. Это тоже нет. Или как надо? Нет, это надо. Подождите, я уже не помню. Девочки, Кайтана мне говорит, это тетя, это. Я говорю, точно, она говорит, точно тетя, это. И она была права. Какая она у меня умница, а, моя золотушка. Ай, моя кукушка, моя золотушка. Так, сейчас вытрем, чтобы вода это все не было. Вытрем, девчата. Потому что не вытертая вещь, нехорошо. Вот так. Внутри все вытянем, теперь сверху. Вот и все. Теперь откроем наш супчик, ребята.
Так что накормлю сейчас дедушку. Это же мне такой зуап сейчас. Помогу. Не надо, дочь, я смогу, я думаю. Вот так. Вот так. И вот так. Девочки, я две кружки отправила. Что-то вы молчите. Неужели не получили? Уже столько времени прошло. Если получите, хоть в Инстаграме напишите мне, получила. Я же нервничаю. Завтра пойду на почту, посмотрю. Посмотрите, вообще я жир не добавляла. Вообще без поджарки, без ничего. А какой он жирный, а? Что, Томасик хочет супчик? Томасик хочет супчик? А ну, кровать Томасика. Покажи Томасика. Какой он хороший. Ой, такой половник. Ох, блин. Все. Все. Ой. Так. Надо чуть-чуть жидкость. Я мафасили. А ну, пора. Эксперимент, девочки. Моя Кайтана хочет вермишельки она бросить. А ну, давай. Смотрите. Да чего ты боишься? Теперь что надо делать? Оставь, поставь помыть это уже. Теперь что надо делать? Ой, ты обожгешься. Потихоньку, потихоньку. Это тебе что, бурчак шурпа? Фасолевый суп, говорю. Это у вас... Все, доча, все. Да. Подожди, вот так, доча, вот так. Потихоньку, вот так. Вот так, доченька, вот так. Сейчас одно... Так быстро не делается, потихонечку. Щедрый сказал, что тоже хочет. Почему пока сидит? Нет, ты даже много сделала. Сейчас это будет как... Это же тебе что, спагетти, что ли? Да. Все, доча, все, не мешай лучше. Я хочу, я могу. Ну давай, мешай, я хотела мешать. Смотрите, как она держит половник. Доченька, вот так, нежненько возьми. Ты же у меня такая низкая. Девочки, простите меня, что я смеюсь. Ну как не смеяться? Ай, какая ты у меня прелесть, Кайтаночка. И самое главное... Вот так, тихо. Все, все. Пробовать? Бери ложку. Так. Сейчас. Девочка открыла холодильник, обратно все. Просто в открытом виде, все открытое. Вот не могу, девчата, когда вот так все открыто. Вот не могу. Закрыла этот в холодильнике опять салат какой-то там. Закрыла салат. Да? Ложки отнесла, девчонки. Выпивку отнесла. Какая молодец. Я с собой не взяла этот. В машине оставила. Не взяла. Вот супчик уже готов. Я с собой не взяла, девочки, этот. Штатив. Короче, вот эту пиндюрку, который телефон держит. Вот. Дедушке я чуть-чуть хочу побольше вытащить. Ну да? А что делать? Нету одинаковых тарелок? Да! Я тебе показала. Я тебе говорю, так, два. Я думаю, что это дедушке хватит, девочки. Нету. Вот эту говорит. Ну, сейчас посмотрим. Три. Вот так. Катяна, ты не сможешь. Так. Отнести. Я отнесу. Поставь сюда поближе. Ага. Сейчас посмотрим, сколько сюда. Ты не сможешь, Кайтана. Я смогу, говорит. Давай вот сюда поставь и неси вот так. Вот так поставь и снизу. Вот так. Вот так. Молодец. Ты сможешь, только потихоньку. Томас, сюда иди. Томас, иди сюда. Так. Это дедушки. Так, раз. Сейчас посмотрим, сколько сюда зайдет половников. Чтобы мало не было, девчат. Кто скажет этот, мне так мало. Не, сюда тоже заходит, видите, да? Обманывают эти тарелки, девчат. Я же знаю, что Щедрый столько не ест, девчат. Он вообще следит за своей фигурой. Он прям как я, точно, девчат. По ночам чуть-чуточку, капельку, поняли, да? Вот так.
Вот так, так. Сейчас отнесу это. Так. Аккуратно, аккуратно, отойди. Отойди. Отнесу, сейчас посмотрим. Как всегда, ведро воды. Ага, сейчас воды принесу. Это para Carlo. Sientes usted, hombre? No, nosotros ya cenamos. Воду отнесу. Щедрый говорит, мы по ночам вообще не ужинаем. Ой, девчат, подождите. Я говорю, как вам вкусно? Он говорит, очень. Он говорит, какой горячий. Я говорю, конечно. Это bueno, que sí. A ver, cambia la cuchara. Que no, pero hombre. Que no. Venga, a comer. Buen provecho. Gracias, красавчик, даже. Yo no sé, ahorita ya me está media. Me he hecho daño mi familia. Oh, me ha enseñado la rodilla. Yo con él para tener un cuadro de la niña, ¿no? Это muy щедрый, девчата. А дедушка не останавливается, бедный. Хлеб тоже взял, бедный. И на этого. Девочки, короче, он жалуется тоже на Карло, говорит, если ты больной, почему ты ходишь туда-сюда? И, конечно, Карло тоже, щедрый тоже прав. Почему, говорит, он туда-сюда ходит? Ухожу, девчата, уже домой, потому что мои тоже устали. Как он к Кайтаночке? Кайтаночка, до свидания. Он так ее, к Кайтаночке так хорошо относится. Посмотрите, какие хорошо платьишки. Слушайте, эти кеды совсем подходят. И Кайтана правду говорит. Тетя, они совсем, они ко всем вещам подходят. Так оно и есть, девчата, подходит, Аллах. Так, девчата, еду домой. Все, я купила занавеси, потом вам покажу, хорошо? Посмотрим, вам понравится, нет? Я хотела точно такие, как у Адама, но такие, как у Адама, размер не подходил, девчата, на окно. Мне нужно 1.30 м, а там 1.50 м длиной или... Короче, не подходят, девчата. Они чуть-чуть будут свисать. Короче, и нашла 1.40 м, девчата. Ну, 10 сантиметров, так 10 сантиметров, что теперь делать? Потому что у меня уже столько времени нету занавеси. На кухне я их сняла, у меня были... У меня были, я убрала, потому что те не нравились. У меня были вот так, которые... Ага. И вот, у меня были там... Щедрый тоже жалуется, говорит, не вижу сына, не вижу сына. И я говорю, видишь, не видишь, зато как он тебя любит. Девочки, честно говорю, как мой сын любит своего отца. Вот какой бы он ни был, вот любит, моя дочь любит своего отца. Это же хорошо, это же замечательно. Даже я такого отца, как мой, тоже любила, девчонки, а что делать? Другого не было. Поругай, говорит, его, говорит, что он вот такой ногой, говорит, туда-сюда ходит. Я говорю, так он не ходит. Он целыми днями у своей девушки. Ну разве так можно туда-сюда? Я говорю, ну а что ты хочешь, чтобы я сказала? Он будет меня слушать, что ли? Конечно, не будет, девочки. Не будет. А лишний раз с ним это... Он же тоже как ежик, девочки, понимаете? Как у нас уже темно. Девчат, ладно, давайте, не знаю, прощаюсь, не прощаюсь, посмотрим. Но на всякий случай, пока, мои золотые. Девочки, хоть попрощалась, но хочу вам показать. Смотрите, какую я пиндюрку купила, а? Для утюга, утюг ставить. И посмотрите, какой дешевый. 2 евро почти. Вот это просто вот так утюг ставишь. Какая прелесть. А то я брала, у меня же утюжка есть для волос. Так, смотрите, сколько стоит это, купила. Но они чуть-чуть длинные, девочки. Вот, смотрите, с такой ажуркой, да? Я хотела, как у Адамчика, но это больше мне подходит с этими красными, да? Надо их, короче, отнести в ателье. Хотя я и сама могу это сделать. Но, девчонки, я боюсь, вдруг испорчу. Ну, его, знаете, вот, вот такие, короче. Ага, 1.50 м этот, а мне нужно 1.30 м, 20 сантиметров надо убрать. Вот. Купила полотенце. Полотенце вот такое. Полотенце стоит вот 10.95 м. Это для Кайтана. Их надо простернуть. И дам Кайтаночке. Чего она такая зацепленная какая-то тут? А, потому что я надеюсь, что она не... На ней этот не оставили, потому что у меня... Она, иногда бывает вот этот пип-пип-пип. Оставляет эту пипилку, блин.
симпатичная, хорошая девочка, прям качественная. И вот это для лица тоже купила ей, она 1,85 стоит. И что еще я купила? И эту такую штучку, короче, лови, повесить, короче, чтобы какая-то немножко лицо вытирала. Вот это я купила, девчата. Вот так.